Фара, что тебе нужно в гараже? Фара. Ух ты, гиена. Могу с полной уверенностью заявить, что лисы жрут ежей. Потому что вот этот друг явно не знакомиться с ним хочет. Это факт. Потому что кое-кто очень хочет его сожрать. Вот эта вот рожа. Не поиграться с этим комочком хочет. Я узнаю это по характерному топоту и блеску в глазах. Что? Тебе нужен ёж? Да? Да фиг там. Нельзя ежей жрать. Шёл вон. Где ты там? Опа-на. А Кира? Нет, нет, не жрать его. Нет, не-а. Больно? Угу. Кира? Нет. Нет. Нельзя. Короче, он хочет его жрать. Дружище, тебя хотели съесть. Понимаешь, да? Слышишь, как по тебе скучает твой новый товарищ? Беги, беги. Мы гуляем с собачкой и стреляем лисички птичек. Руна. Хорошая собака.
Хорошая собака. Да ты моя собака. Ой, ты моя собака. Ты моя хорошая. Хорошая собака. Ой, вся в репьях. Так как в прошлом видео про полевок всем мышку стало жалко, в этом видео трупов птиц и их поедание лисам я не покажу. Вообще, очень хочу спать. Нет. Не спать, не спать.